Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой заказчик, спасибо большое. Ребятки, слушаем концерт, я так поняла, да? Макс Корж в Минске, ребята. 24.08.19 год. Ребят, тут будет все показывать, как концерт проходил. Мне кажется, будут здесь и фанаты его, ребят. Давайте, ребят, посмотрим, как будто мы на концерте тоже, да, ребятки, представим. Мы проехали из Владивостока 10 тысяч километров автостопом, чтобы попасть на этот концерт. Мы очень сильно хотели этого, и это того стоило. Самый третий концерт Коржа. Він в Мінську, і в мене стільки емоцій. Я розумію, що це домашній концерт. Зібралися дійсно люди, які поважають Коржа, які готові їздити за ним у цьому світу. І це не кінець, буде дуже багато країн, дуже багато двіжів. І це тільки починається. Їздиш на одні і ті ж концерти. Там, по суті, кожен раз це нові емоції, нові знайомства. І я вижу мир, я сижу вдома, поки. Ребят, я дуже рада з молодіжі. Очень рада. Разве это плохо, ребят? Они встречаются все разные, да, с разных городов, из разных, даже, может быть, и стран, мне кажется, да, мне кажется. И они встречаются, они знакомятся, ребятки. Я рада. Він взагалі дуже змінив моє життя. Якби не він, я б зараз просто сиділа вдома там. А зараз я катаю по світу. Я надіюся, що я і так далі буду катати по світу. Ні, ну по суті, весь движ – це чувство єдинства. Тому що ви тут забуті. Макс Коржа, 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 фанаты безумные, и это в хорошем смысле этого слова. Потому что не каждый фанат может поехать со своими исполнителями на другой конец мира. Тебе для этого даже не помешает маленькая зарплата или что-то. Ты просто найдешь любые деньги, любые выходы и поедешь куда угодно. Максим, тот человек, который создает атмосферу. Атмосферу, сука, брат, каждый второй тебе здесь брат. И винда, я надеюсь, что каждая людина может творить. Классно, как это. Ребята все молодые, все красивые, с позитивом, ребятки. Хорошие слова говорят ребята, молодцы. Ребята, остановлю, простите, пожалуйста, я так рада за них. Так я рада. Какие они счастливые, ребятки, да. Они приехали, ребят, к своему кумиру, к исполнителю, которому нравится. И все такие веселые, дружелюбные. Мир, дружба, ребят. Так народу много, да? Так много детей, молодежи, да? Вы не представляете, сколько раз мне уже тут сказали, чувак, закинь.
заканчивая все, конец концерта. На крем я остановлюсь, ребята. Когда я вас еще увижу? Я подал пример. Еще этот пример подал. Я взлетел вверх один. Вот что делать людям, которые не получится взлететь так, как я? Не пора ли попробовать начать доверять друг другу? Если не... Хорошие слова, да. Молодец. Правильно сказал. Пора, надо начинать. Доверять друг другу, быть добрее друг другу. И чтобы человек, знаете, вот никогда не забуду. Это всегда говорили, это я еще маленькая была. Какой-то разговор вышел, и нам сказала учительница. Никогда не забуду, мы маленькие были. Как хочешь, чтобы к тебе относились люди, ты должна сама так к ним относиться. Это же правда, ребят. Вот мне охота, чтобы ко мне хорошо относились. Значит, я, соответственно, должна с ними так же себя вести. Правильно, ребят? Вот он и говорит нам это. Пора доверять друг другу. Получилось втроем, давайте вчетвером. Если не получилось десятером, давайте тысячи что-то сделаем. Не получилось тысячи из 10 000 человек. Я не говорю, ребята, о патриотизме. Для этого существуют другие люди. Я говорю о нашем многоквартирном доме. Те, для кого навсегда эта земля останется съемной квартирой, попрошу только об одном – не мешать и все. Все, для кого эта земля – дом, делайте что-то прекрасное, каждый по чуть-чуть. Прекрасно. Отличные слова, да? Молодец. Умница. Да, все молодцы, девочки такие чистенькие, красивые такие. Но видно, что они такие довольные, счастливые. Ты знаешь, а вот для него, для самого Макс Коржа, да, для него уже, ты знаешь, вспоминать это будет, он же так будет гордиться собой, да. Он так будет это вспоминать, ему так этого будет не хватать, да. Столько фанатов, ребят, у него. Он же их увидел, прям он всех вот так смотрит. Почему да, он... не хватать? Он и сейчас выступает. У него мне и кажется, сейчас, такой... и сейчас. Ну, все равно, мне кажется, только народу не было, наверное. Здесь же как стадион какой-то огромный. Мне кажется, у него большие концерты всегда так проходят. Да. Концерте, да, для них это такое приятное воспоминание, да, такое приятное. Я хотела бы, да, и хочу вот такие концерты огромные, когда проходят, что все они хорошо прошли, да, что без ЧП, да, здесь народу сколько много, да, это же вообще страшно, да. Но мне очень понравилось, я с удовольствием послушала. Танцевали, тут молодежь танцует, веселится, счастливые, улыбаются, правильно он сказал, земля наш дом, наша квартира, правильно? Не мешайте здесь жить. Правильно говорит, шикарный исполнитель, хорошие слова, все понравилось. Спасибо заказчику, с удовольствием посмотрела, восхищалась.
как наши ребята сейчас слушают эту музыку, да, как им нравится их кумир. Пока, друзья!